Всем привет, друзья! В этом видео я вам покажу 4 варианта отжиманий, которые в разы лучше, чем обычные отжимания. Поехали! Давайте же начнем с самого легкого упражнения и дойдем до самого сурового. Первое упражнение — это отжимания, но они не совсем обычные отжимания, потому что после того, как вы отжались, вы должны еще выкрутить свое тело, то есть это получается отжимание со скручиванием. Такой вид отжиманий помогает проработать грудь гораздо более детально, поэтому нужно включать его в свои тренировки, потому что это необычные отжимания, они помогают задействовать другие части груди. А также очень круто, что это отжимание помогает нагрузить ваши дельты, переднюю и среднюю дельту, они тоже работают в этих отжиманиях. Работает вот эта часть груди, верхняя в основном, и также дельты. И второе по сложности отжимание, это тоже практически обычное отжимание, но здесь мы будем использовать резинку специальную, а также скрещивание рук. Это дополнительное упражнение, которое поможет вам проработать вашу грудь более детально и будет прорабатывать именно внутреннюю часть груди. То есть вы отжимаетесь и еще вдобавок, как бонус, прорабатываете внутреннюю часть груди. Круто же, не правда ли? Третье по сложности отжимание – это двойное отжимание с поднятой ногой с возвышенностью. Вот это да! Сейчас вы видите пример этого отжимания. Оно очень сильно прорабатывает поодиночности нашу грудь, то есть поодиночке одну грудь, поодиночке вторую грудь. Очень хорошо их нагружает, это примерно похоже на лучник, да, знаете, упражнение лучник, когда вы делаете оп к одной груди, оп к другой груди, а это в два, даже в три раза сложнее, потому что тут вы делаете еще со своим телом, и еще у вас нога прилетает туда, и очень сложно получается, еще и с возвышенности. Жесть, короче, ребят, попробуйте, уверен, вы зацените его. Четвертое упражнение. Упражнение самое сложное, самое топовое упражнение – это отжимание на шаре. На шаре, на мячике там невозможно вообще отжиматься много, потому что там и включаются мышцы-стабилизаторы, там напрягаются все мышцы, не только грудь, и трицепсы, и широчайшие мышцы, и плечи, все дельты напрягаются. Вообще жесть, вы просто даже стоять на нем не можете, а тут еще отжиматься. Это максимально эффективное упражнение для всех мышц, прокачивает плечи, грудь, дельты, все прокачивается вообще максимально круто. Попробуйте, я уверен, вам понравится, потому что это просто бешеная нагрузка, и вы много повторений явно не сделаете. Если сделаете 10-12 повторений, это будет просто вам пойдет на огромную пользу. Всем удачи, ребята! Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, вам понравились эти новые упражнения, которых вы, возможно, нигде еще не видели, а, возможно, видели. Поэтому, друзья, спасибо большое. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и увидимся в следующем выпуске. Пока!